минус 75 килограмм. Именно. Итак, продолжаю тему про стройное мышление. И вот, смотрите, вот эти весы, качели вот эти, то набираю вес, то сбавляю, то набираю, то сбавляю. Причем мне настолько было легко 7 килограмм в месяц набрать, вот просто на ровном... Мне казалось, что я наполняюсь, что называется, от Святого Духа. Я никак не могла понять, думаю, ну что же это такое? Беру себе в жесткие там рукавицы, начинаю там гимнастику, зарядку там меньше есть, там после шести не кушать. Все, ушли килограммы. Только чуть-чуть послабилась где-то. И этот вес, ну просто как на дрожжах рос. Но у меня было такое понимание, ненавижу этот жир. Вот ненавижу, я смотрела на себя в зеркало, особенно когда джинсы застегиваешь, и вот этот вот жир вот так вот свисает с боков. Боже, это какой-то кошмар был. Мало того, что это на самооценку кромешно влияло. Потому что старался одевать, особенно на работе, какие-то пиджаки, которые это все скрывают. Там перед мужем лишний раз этот живот обвисший не показывать. Вот. И я все время думала, я все время думала, что проблема с едой. Я всегда работала именно с едой, со спортом. И вот, знаете, ты вот, я в одном из видео показывала, ты напрягался. Вот он результат. Ура! Yes! И потом организм же не может быть постоянного напряжения, потому что это стресс для него. Он расслабляется, и в какой-то момент я только так раз, застегиваю джинсы и понимаю, что вес тьма. Опять начинаешь себя брать в руки, силу воли. И в какой-то момент я поняла, что сила воли не работает. Потому что сила воли, она связана с рациональным сознанием. В какой-то момент я стала изучать эту тему достаточно серьезно. И решила так. У меня всегда так происходит. Когда я чего-то хочу, я набираю группу, начинаю работать с этой группой. Им помогаю и сама начинаю с этим разбираться. И ухожу в глубину, чтобы разобраться просто до конца с этой проблемой. И на каком-то этапе я поняла, что силой воли, то есть ты вот себя сжимаешь кулак, у тебя получается. Но воля не может быть постоянно находиться вот в этом напряжении, потому что это стресс. И ты не можешь быть, ну, неделю, две, три, ну, месяц, ну, полтора. Но как только так сила воли идет в обычное русло, и вот тогда я и открыла образ подсознательных образов. И когда я сменила подсознании саму корневую программу, почему мне так было важно моему подсознанию набирать вес. Вот только тогда я справилась. И уже, наверное, лет